Всем привет. Приехал на пруд, поставил раколовки. Сегодня купил 4 штуки, вот хочу попробовать. В прошлый раз с братом здесь ныряли. Ведра полтора где-то поймали мы за 2 часа. Вот сразу не стал снимать. Много умных сразу испортили мне весь все кадры. Мол, браконьер туда-сюда. Так, ну все, проверку покажу дальше. Вот, короче, вот это только сейчас проверял я. Попался 3 штуки. И вот доплыл до одного места. Поставил, назад плыву, проверил, 3 штуки попался. Вот в этой вот. Вот, сейчас нет ничего. Сейчас пустая, но это неудивительно. 10 минут прошло тут. И то еще не прошло. Сейчас другой посмотрю. Только сейчас вот поставил. Туда вот проплыл. Еще 2 поставил. Назад плыву, проверил, 3 штуки. Вообще в шоке. В общем, ловлю. Только сейчас наловил карасей. Распорол, привязал, распорол. Кишки, все дела. Вот результат. Так, вот еще одно. Сейчас я... Это пустая. Поплыли дальше. Пустая. Пусто. Вот здесь, когда ныряли, больше всего был рак. А сейчас пусто. Давайте-ка их туда заберем. Тоже пусто. Ну что, решил я снимать. После проверки последней прошло минут, может быть, 30. Времени нет. Так, сегодня пробный был вариант на карася. Вот один. Один попался. Вот карась. В другой раз половим. Потом переберу я их. Вот так разбираются они.
Сейчас вторую посмотрим. Вот здесь два. Мало я посидел. Первый один, во второй два. Можешь поставить еще? Че? Не знаю. Поставим давай пока еще разок. Нет, поехали. Другой раз. Так, два. Два. Да. Вот еще два небольших. Ну давай брошь. Уговорил. Я сейчас к одной куче поближе покидаю их, да и все. Да? Ну, поближе поставил, получше, видишь? И в этой три. Четвертый. Вот три. Кто знал? Вот, в общем, сколько. Вот три первых. И тут еще девять штук. Пишет от меня. Я говорю, минут 20, наверное, стояли. В принципе, за 20 минут нормально. Так, ну, спасибо за видео, за просмотры. Пока.